У тебя горит. Почему это у меня горит? У тебя только что глаза горели, ты понял, что ты сейчас будешь гореть. И почему, у тебя будет гореть. Почему я должен гореть, если сейчас я буду тебе просто наваливать по полной программе? Даже мой Саб-Зиро понимает, что ты не Вин сегодня. Я не Вин сегодня? Ты не Вин, ты не Вин Дизель, вот Вин, кстати, да, реально, Вин всегда побеждает. Давай же посмотрим, это Mortal Kombat X у нас по-прежнему. И по-прежнему Кэсси Кейдж. Ну, да. Заметь, нифига все себе. Персонажи состариваются, по-моему, молодеют. А у меня молодеет? Только состарился. По-моему, твой наоборот молодым стал. По-моему, наоборот состарился. Нет. Он молодой стал. Ты же помнишь, какой Кана играет обычно? Действительно. Кана обычно играет не такой. Он мне тут на Стэтхэма... Подожди, ага, да, Котелькан. Котелькан. Эммануил Котелькановна. Котелькановна, да, бабушка его. Он в профиль похож на Стэтхэма. Кто похож на Стэтхэма? Кана. А, я думал, Котелькан. Нет, Котелькан на него не похож. Почему это он не похож на него? А представляешь Mortal Kombat с современными актерами? Кто бы кого... Вот, ребята, напишите, какой персонаж кого бы мог играть? Я думаю, что Брюс Уиллис сыграл бы всех персонажей. Всех, может. Шварц, Брюс. У меня череп между ног. Смотри. Блин. Я не хочу... У тебя красные труселя. В смысле красные труселя? У меня подсветка просто... У тебя подсветка труселей? Чтобы девушки знали, куда смотреть? Да, там направление показано. Путеводитель по трусам, знаешь? А, там, знаешь, есть этот The Man, The Legend. Есть такие труселя. Ничего, я тебе как-нибудь покажу. Хорошо. Тебе потом покажу. Вау, полегче. Это, кстати, классический бой уже. Да, ребята, это уже не модификатор. Без модов на. Так, тихо. Без модов что? Я говорю, без модов на. На тебе игру без модов. Да, на тебе игру без модов. О! А я не видела, кстати, как делает Кана. Зато я вижу, как делает Кана. Ой-ой-ой, как Кана делает. Давайте поможем Кана сделать что-то на. Сделать что-то на? Слушай, а тут Котелькан ничего так говнится дает. Ну, конечно, потому что ты за него играешь. Ты же у нас спец. Поржал стал, нормально. Обычный. Хватит меня лупить. Я же Кана. Хорошо, смотри, а. Ама Кана. Кана, это Канаёб, на самом деле, сокращенно, если ты не знала вдруг. Только не надо на Кана. Нет, я серьезно говорю, во вселенной Mortal Канаёб это по-английски. Да, еще скажи, что именно Mortal Kombat придумал это слово. Ой-ой-ой. Ну, слово нуб же из Mortal пошло. Че? Нуб. Слушай, бут нуб или как-то вот. Кого? Сайбербот или как-то там называлось это. Сайбер чего? Просто бей. Ты ужасен. Смотри как. Оп, смотри, удар ножкой. Что ты делаешь? Я не знаю, что я делала. Что это было? Я пыталась что-то сделать, но я что-то не сделала. Ты меня даже ни разу не ударила. Как ни разу не ударила? Ударила, смотри, у тебя третий нет. Тут невозможно играть, тут очень классные виды сзади. Да, они отвлекают. По коленке. Спокойно. Ты куда ушел? Ты же мужик. Ты же Котелькан, который ману играл. Спокойно, Котелькан. О, да, ты что, меня ежиком пустил? Я хотел Узи! Я специально ждал! Я специально ждал, чтобы жахнуть тебя! Я хотела! Ты хитрая попа, а? Я специально ждал, выжидал, пока труп... То есть выжидал, когда будет этот самый? Да, трупецкий. Класс, чья нога выше поднимается? Ох, твою ж налево. Я какой-то маленький кухонный ножик все время достаю. Маленький кухонный ножик? Ну, у этого, у Кана. Какие-то маленькие кухонные ножики. Вау! Подожди. Оп, по коленке, мой любимый прием. Не-не-не-не. Так, не, Олеж. Нет, нечестно, нечестно. Ни хрена, какая будет. Смотри, я уже второй раз твою грудную клетку разрезаю. Тебе не надоело? Нет. Финиш-химкай меня. Все, я тебе по коленке дала. Ой, надо было посмотреть эти фаталити. Нифига. Ох, смотри, как он. Бреется, как настоящий мужик. Брин. Конечно, Брин. Подожди, не туда. Играем нового. Какой матч реванш? Это глючок здесь, да, такой. Так, ну что, поехали. Бог рандому покажет нам, где раки зимуют. Так, Джакс, ты у меня уже был в прошлой серии. И что? Я имею в виду, сейчас надо как-то по эпику вообще ништяк. Что ты? Затащить. О, смотри какой, а, в кипарике моднявом. Господи, ты ужасен. Как тебе стальные бицепсы? Меня не привлекают. Стальные бицепсы. Девчонки любят их. На-на-на-на-на-на. Ты мне не нравишься.
Почему? Смотри, какая, смотри, какая у него сигара во рту. Сигара. Я там же... Хищник против курения, еще скажи, да? Опять в этом дурацком... А мне нравится эта локация. Хоть она и повторяшка, но бывает. Нет, она повторяется, но она отвлекает. Чего она тебя отвлекает? Ты тоже ждешь Трупецкий, когда появится? Конечно. Я тоже жду. Эй, ты что делаешь? Смотри, мне очень нравится цвет моей крови. Зелененько. Же не думай. Твою мать. Да что ж ты будешь делать, а? Эй, ты это нечестно же. Хитрая ты попка. Я тебя сейчас... Я сейчас тебе надеру попку. Ты своими металлическими культяшками. Знаешь, как-то странно. Жизнь уходит. Мы точно без модификаторов? Да, точно. Ты привыкла просто. Вау! Ни хрена себе. Я тебе что, колбаса здесь ливерная, что ли? Черная ливерная колбаса. Ты кровяночка моя. Черный ливер по ногам течет. Ну, песня же была, помнишь, такая? А, там про черный бархат, пардон. Про черный бумер, ну да ладно. Нет, про черный бумер это другое уже. А, это другое? Это немножко, да. Там отличается. Да что ты будешь делать? Так, у меня уже горит. Да Шулька уже припекает. Не нравится моя эта штука, как у Фредди Крюгера. Тебе нравится моя штука, как у Фредди Крюгера? Это я какой конкретно? А ты видишь, у меня много всяких штук? Ну да, ты же чужой. Эй, хищник. Так, чужой или хищник? Ты меня отвлекаешь своими расспросами, я не могу тебя побить. Фига, что ты как-то медленно падаешь. Ну я же хищник. Только не чужой. Не чужой хищник? Нет, я не чужой хищник. Так, слушай, отойди от меня. Я зажал тебя в уголочке. Ты мне надоел. Слышь ты, ливерная колбаса. Ты знала, что я сделаю это. Ты знала. Да иди сюда. У тебя смех, как у Снежной Королевы. Прикольно. Главное, вот так не разговаривать. Ни хрена себе я отвлекся. Ой, он так, знаешь, как этот, умер такой театральный актер прям. Ёб твою налево. Он упал. Мы сделали что ему боль. Что за чупа-чупс ты достала из меня? Ты достала чупа-чупс. Из меня чупа-чупс. Тебя Красный. Нос забавный, да? Ну, кто, кого мы тут видим? Тут больше никого нет. Прекрасно. Так, прекрасно. Так, что там у нас? Выберите нового бойца. Ай-яй-яй, пардон. Сосульки. Я уже выбираю, то есть я уже все. О, китанушка. А я опять Predator. Не, не надо, меняй. Зачем повторять одно и то же? Мне нравится Predator. Оу, нет. Нифига, как школьница, смотри, реально. Типа привел, да? Школьница. Ну, реально как школьница. Она маленькая, а у тебя очень большой персонаж. А, ты про персонаж? Джонни Кей. Все равно китана. Ассасин я выбрал. Ассасин. Опять Джонни, уже был Джонни. Пусть будет Джонни. Джонни хорош. Джонни был уже. Джонни был в прошлой серии. Он просит, чтобы она ему позвонила. Ну, с китаной это нормально, то есть это простительно. То есть она такая клевая. Но у Джонни есть жена, Сонька. Они же развелись. Золотая ручка, мать. С какого фига они развелись? Ну как, она же его бывшая жена. Они же разошлись. Да, я не знал. Я такие прям, эти вот, знаешь, ну, бразильские сериалы. Почему бразильские? Подожди, они же там из-за чего-то разошлись. А, из-за работы. Ухо, видела, магия уличная была. Магия уличная? Я вон вижу твой пиписький чувак волос. Он, по-моему, какой-то полу-полу. По-моему, ему не нравится то, что мы делаем. Да, он охеревает просто. Думает, господи, дамочка. У вас что, проблемы в интимном плане? Ну, походу, да. Блин, ну она оделась, конечно, слушай. Тебе не нравится? Нифига себе. Ты же не... Ай-яй-яй, было бы хорошо, если бы ты мне по щам прописала. Жалко, жалко. Так, какой ты этот ни о чемный. Тебе не кажется? Кто, Джоник? Ага. Оп. Я же присел, мать его, с этим блоком, ты же видела. Ты присел с блоком? Да, с Санькой блоком, да? Я за блок. Я же заблочила. А ты видел, сколько ударов оставалось? Да я видела. Но я все равно заблочила. А как ты меня не вынесла-то после рентгена? Потому что у тебя было больше жизни. Я, кстати, помню, играл на видео вот последней мобильной версии. И мне первый раз в жизни выпал рентген. Ну, то есть враг использовал рентген. Враг? А у меня У него, это самое, было два деления персонажа. И он потом третий накопил. Я один раз на Мелине взяла свою Мелину, накопила. Он даже что-то говорит?
Да, он разговаривает. Это люди, да, Шуль? Это люди, если что. Серьезно? А почему они, когда у них ломают грудные клетки, то они живы все еще? Ну, я не знаю, возможно, магия. Возможно, это какой-то другой мир тут. Может быть, это уличная магия, действительно? Так, сейчас, я знаю, что делать. Что ты сегодня кишочки? Посмотри, вон он вылез, вон этот зародыш. Это тебе интересно его половые принадлежности? Твою мать! Так, хватит меня лупить. Я хочу эту булаву взять, жахнуть тебя. Вот. Она упала. Джонни Кейдж побеждает. Прости, любимый. Он какой-то такой, знаешь, он самый забавный, наверное, из всех персонажей. Он самый такой харизматичный. Да. Он, видимо, сангвиник. А ты какая-то истеричка-холерик. Это что было? Понравилось, да? Что ты на меня залезла? Слышишь, у меня жена есть, хоть и бывшая. Подожди. Дочка есть. Опять! А нефига, говорится, броняшку зажимать так. Подожди, я все-таки... Мой нос. Я не готова пока к ринопластике. Какой ужас! Прекрасный был прием, да? Слушай, а ты мне нечестно. Что? Нечестно, почему? У тебя есть вера, а у меня ничего нет. Слушай, хватит меня бить. Ненавижу этот прием в мобиле. Ненавижу. Вот почему? Она делает мобилки его, да? Да, она очень часто его делает. Она, по-моему, когда выпадает, ну, смена персонажа, она его и делает. Так, ну все, ты отгребай. И это меня раздражает. Тоже, да, меня тоже бесило, кстати. Она вытягивает всю энергию. Ну все, ты победил, это понятно. Все, финиш ми? Да, вот представь, по-моему, что у меня что-то отвалилось. Как она чумазая, как негритовская, смотри. А фигура, знаешь, как у Бейонсе. Да, только у тебя какая-то тряпочка грязная на лице. Тебе там приятно вообще нюхать? Я смотрю, он вокруг тебя. Тряпочка, еще скажи, что из труселей сделали, да? Это твои слова, заметь. Заметь, это твои слова, это не мои. Так, не вредничай мне здесь. Да, Шуля, повредничай. Не, это пишет в Твиттере. О, Кэсси Кейдж. Да, Шулька. Не, Шинок. Нет, он был в прошлый день. Не хочу Шинок, а достал уже. Давай, если он у тебя Кэсси была уже, меняй, да, Шуля. Вот такие, да, у нас не было еще. Хорошо, хорошо. Такая хашка. Смотри, я меняю. Ого. Опять Кана, не, прости, Кана, ты хоть Кана, и классный? Кана, ёпта. Нет, не надо выходить. Ну, надо меняй, выходить. Меняй. Подожди. Так, ну, у нас Бок рандома, кого мы выберем? Люка! Давай, я хочу, давай. Я переодеться хочу. Давай, пожалуйста. Люка. Так, ну что, давай в альтернативной реальности. Как он делает всегда, да? Вот так вот. Ох, он делает, да? Подожди, а кто постанывает, ему нравится. Ему нравится бить людей. Это ненормально. Ёб твою мать. Ого, какая горячая. Мне, пожалуйста, это не делает тебя скорпионом. Подожди, нам ребята, по-моему, он сказал про суп с моллюсками. По-моему, этот сам. Нам ребята говорили, что если играть за скорпиона и за Саб-Зира и послушать их диалоги, то там один говорит, что другого любит. Серьезно? Да. По-моему, Саб-Зир, я почитаю, у нас в группе писали. Типа, никто же все равно не слушает эти дурацкие диалоги. Я люблю тебя. Слушай, а, то есть, получается, ты фанат Скорпиона. Ну, судя из их разговора. Где же Люкан, да, Шуля? Я знаю, что у меня Люкан. Нет! Серьезно, мне Люкан? Ты такая хитрюга, ты ждала специально. Пока я подберусь. Пока Олежка наиграется с приемом. Нихера, ты недолго бьешь, а? Нет, тебе достаточно. Не надо, успокойся. Видела ежика Соника когда-нибудь? Хочешь, покажу слоника? Покажу. Слоника? Да, Олежа, ну, ежика Соника. Так Соника или слоника? Ежика слоника. Олежа, покажи мне слоника. Ребята, поищите, что такое показать слоника. Не надо, ребят, не надо. Пишите, не надо в гугле, как показать слоника. Не надо это делать. Так, спокойно. Блин, муха. Я же хотел, я же очень хотел этого. Мало ли, что ты хотел. Так хотел я. На-на-на-на-на-на-на-на. Че ты поешь? А ты че поешь? Чего ты бью? О, нихера. Ничего. Че это было, ёпта?
Оп. Вот как делают настоящие люкановы. Люкановый. Люкановый? Люкановый, блядь. Это как Воронины, только люкановый, да? Чем моют посуду люкановый? Купите новый фейри. Люканов, да? Прекрасно. Люканов? Люкановым... О, ого! Слушай, я понимаю, почему тебе нравится люкан. Нет, он мне уже не нравится. Мне нравится твой этот, длинный. Ого. Длинный что, прием мой? Нет. О чем? Мои длинные штуки эти, которые... Ой, я хотела сделать финиш тебя. Финиш меня. Король изжоги, смотри. Замучила изжога. Семья Люкановых. Личилась от изжоги. Люканов. Давай интерпретировать на понятные фамилии, кстати. Давай. Люканов. 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 Смотри, как у меня кровь перелёт. Иван Люканов. Он все время нос чешет. Да, это, кстати, такая привычка. По-моему, это говорят, что к погоде вроде. Что? К какой погоде? Так, ну что, кто у нас сейчас? Кондзинь. А я могу переодеться? Нет. Опять такеда? Не, хватит нам такед сегодня. Шаолинь. Будзюцу. Как можно Кундзиня на обычную фамилию перевести? Кундзиневич. Кундзиневич? Подожди, ты уже был. Кутелькан был, да, был Кутелькан. Сейчас меняем. Эммануилу Кутелькановну. Было Кутелькановну. Кенши! Смотри, Кенши! Это же Кенши. Ронин будет, кстати, потом появится. Появится, да? Да, он должен появиться. А Кенши? Киншов. Киншов? Киншовский какой-нибудь. Киншевич. Киншевич. Кенши Киншевич. Кенши Киншевич? Как попугайчику можно дать имя Кенши? Кого? Пуговичку дать Кенши? Не, не пуговичку, попугайчику. Пугайчику? Кенши! Ты где? Ты ушла куда-то? Я тут. Игровая сессия больше недоступна. Ну почему? Давай. Поехали. Мне нравится твой... Твоя гордость – это твоя слабость. Ты получишь один. Я не услышала, что сказал Бодзюцу. Подожди, у кого гордость? У меня? Ну, Кенши сказал что-то про гордость. Слушай, ты! Я же слишком... Я же люблю Кенши! Кенши, детка! Кенши, нет, Кенши, Кенши, ты же меня любишь с собой. Кстати, Кунзынь как-то, я помню, жахнул разочек меня в мобильной версии и пол жизни забрал. Кунзынь, да, интересный персонаж, не самый слабый. Слушай, ты мне начинаешь... Чего? Оп. Оп! А ну иди сюда! Да шулька, а ты, по-моему, играешь за молодого, да, Кенши? Я выбрал, да. Это, это мой любимый прием, кстати. Мобильная версия. Так, слушай, хватит. Нет! Ты доигрался? Нет, ну честно! Ты понимаешь теперь, что будет, если ты доиграешься? Это жена заставляет мужа Дям делать уборку или готовить еду. Дям-Дям заставляет? Дям-дям. Дям-дям. Что такое я дям-дям? Я не знаю, что такое дям-дям. Олежа, что такое дям-дям? Нет, ну как же так? Мне нравится, ты так глаза прикрыл. От стыда. О, я даже стрелы могу пускать. И не только. И не только. И не только. Что за ёпта прием? Я пытаюсь просто приемы изучить какие-то. У него много классных приемов. Это же Кенши, Олежа. Это же Кенши. Это мой любимый Кенши. Это самый... Классный, самый... Ты не умеешь просто за него играть. А ты, можно подумать, умеешь, да? Ну это же Кенши. Финиш химой меня. Вниз, вперед. Вниз, назад. Игрик. О, ес! Что? Кенши, прости. Прости, Кенши. Ёб твою. Я думала, я не успею. Смотри, с глаз течет. Сиропчик ежевичный. Да, по-моему, это кетчуп, который мне не дали. Из глаз твоих сиропчик ежевичный подтекает, да? Видишь, как Есенин у нас поэзия. Излить его. Излить его. И срок твой истекает. И срок твой истекает. Срок годности, да? Китана. Я хочу переодеться. Так, киська уже была. Нет, я уже переодевалась. Тихо. Так. О, у меня светящиеся палочки. Подожди, а что, я не могу? А ну, отмени, пожалуйста. Можешь? А, могу. Можешь. У тебя была уже китана? Нет, китана была у тебя. О, милаха, сейчас такая мила. А у тебя есть одежда? А, учебка? Школьница. Школьная форма твоя. Ни хера себе, чтобы такая школьная форма была. Ну, почему? На физкультуру. Хрена себе. Что-то у нее, я заметил, у нее соски не набухли, кстати. Ее бой не возбуждает. Есть люди, просто которых боевка возбуждает. Кана, например, там, или Рейден.
Я слушаю тебя, и мне становится интересно. Надо 18+ говорить? Не, я ничего плохого не говорю же. Ты намекнул, что другие персонажи могут возбуждаться. Могут, и что? О, ты опять как обезьянка висишь. Да, я люблю это. Спокойно. Спокойно. А, это я же в этих труселях тут. Ого. Ого. Я делаю этот прием. Нифига себе. Ого. Нифига себе. Ого. Кошерное дерьмо, да? Так. Нравится? Дико нравится. Не-а! Все, я тебя по коленкам побью теперь за это. Ну все, лежит, ты агрессивный. Хватит меня стрелять. А мне нравится ее вера. Там вон цветочек. Смотри, там какая-то жужелка. Жужелка. Цветочек там открылся. Жужелка была, смотри. Там цветочек открылся. Кто открылся, чей? Там цветочек открылся. Я же за... Блокировал. Я мясо отбил на биточке. Да, Шулька, надо пожарить. Биточки. Да, обожаю, конечно. Господи. Ну я же почти... Я же заблокировал. Есть! Там жужелка, смотри, вылезла. Смотри, там что-то ползет. Это за тобой ползет. Ёптую налево, что-то большое. Гаси питон. Ну у него какие-то... У него какие-то слишком большие ножки. Откуда у него ножки? Откуда ножки у питона? Ножки у питона? Ножки питона. Вон, смотри, кто-то еще по воде ползет. Что это я делаю, интересно? Хватит меня лупить. А молодец, девчонка тогда. Ох, нихера. Нифига. Что это ты замутила? Классная локация. Да, локация такая, богата на разные хили. Да. Много разли... Мне нравятся мои светящиеся палочки. То стрельнул, то еще что-то сделал. Я тебя буду своими веерами. Буферами-веерами. Оп. Подожди, надо... А у тебя что-то жизни-то меньше. У тебя, у меня, да. Я не знаю, почему. Боже, бедный как скачет. Опачки, Джеки Брикс. Ну ладно, последний бой. Так, особые атаки. Олежа, какие направо, последние атаки? Направо, налево, налево, Y. А ты уже считаешь, что ты уже победил? Нет, я просто запомнил. Ах, ты просто запомнил. То есть ты считаешь, что ты уже... Только я забыл дистанция какая. Неважно. Тебе это не понадобится. Тихо, тихо. Что значит не понадобится, э? А? Что? А? Б. Что? А, я просто увлекся. Ах, ты увлекся? Оп. Что ты? Ты че воздух бьешь? Да мой любимый удар. Нифига. А? Слышь, ты спрячь свои пистолетики. Не буду ничего прятать. Не надо. Давай, зафинишкирь меня. Виднее. Так. Назад, вперед, вниз, вниз. О, да, детка, я сделаю еще. Нихера. Кошмар. Ты пробулькал. Какой кошмар. Вот и все. Вот и все. Знаешь, как четко она рубанула именно там, где зубы расходятся. Знаешь, я хотела съесть яблоко. Я уже не хочу съесть яблоко. Уже не хочется яблоко, да, Даша? Представь, что это просто фарш. Я не люблю мозги. Мозги очень вкусные, телячьи, например. Подожди, я Милену хочу переодеть. Милинка вообще милашка. Вампирша, да, да, вампирша. Вампирша. Да какой поп-куфератор? Представляешь, так бы разговаривали язык. Джонни был, да, дайте кого-то нового, кто еще у нас не был. Мне хвостик ее нравится. Я тоже люблю такой носить. Фига себе. Да Джонни, ты достал! Ну Джонни тебя хочет. Джонни меня хочет? Не надо, Джонни. Джонни, ты хоти других. Хоти других. Не надо хотеть. Джонни. Кенши уже был, Кенши. Убирай. Давай, смотри дальше, кто же нам выпадет. Как... Костер-сюрприз. Горочки у нас не было. Смотри, какая я секси. Смотри, какая бицушка. А я тебе нравлюсь? Прекрасно. Только кожа какая-то бледноватая. Что, на море не была, что ли, вообще? Брынзовый загар, да, Жуль? В этом году мне состоялось, да? Брынзовый загар. Господи. Ого. А как она зубы чистит? А мне, наверное, не... Господи. Она может, кстати, вот это, участвовать в челленджах, где жрать надо быстро. А, действительно, ей все во рту поместится.
Господи, какой же ты... Это что был за удар? Подожди, это что такое? Это что происходит вообще? Где? Я чё? Вообще играть... Не, дашь поиграть немножко? Нормально все. А можно мне поиграть, Олежа? Можно. Олежа, можно, да? Подожди, можно? Спокойно. Можно я немножко поиграю, да? Там чуть-чуть совсем. Я хочу понять, может у нее какие-то... А что ты взял, переставил щит? Опачки! Нет! О, и прическа пропала сразу же. Боже, ты свернул мне щит. Я тебя просто выше сделал. Растишка от Данон. Гора от Данон. От Данон? Ну, он, себе походу, так... Иган. Да. Ты, походу, кто? Я нет, Гора. А, Гора. Ну, ты же Гора? Я не Гора. Гора от Данон. Гора от Данон. Фигура от Данон. Фигура от Данон? Типа фигура, как у динозавра растишки? Фигура. А какая у него фигура? У динозавра, я не знаю. А какая может быть фигура у динозавра? Так, ты мне надоел, Гора. Своими... Ты ко мне приставал? Спокой, 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 спокой. Нечего не ко мне приставать. Нифига себе, какой ты жирный. Как поезд, пассажирный. Пассажирный, да-да-да-да-да-да. Тихо, 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 дошелец. Тут я вспомнила этих самых ваших... Ты меня сейчас я хотела сказать синтезаторов, но я сказала телепузиков. Синтезаторов? Боже, у меня какие-то бедра широкие. Синтезатор, как дискотека. Дискотека, синтезатор. Синтезатор. Тихо. По коленке, да что ж ты меня зажала-то? Я люблю тебя зажимать. Да я понял уже. Тебе нравится, да? Тебе да нравится, безумно, ёпта. Белина зажимает. Безумно, нах. Так. Нет! Я же... Зато, смотри, у него лапки, как у черепашек-ниндзя. Видишь, растяжечка. Меня начинает пригорать. Ничего страшного. Терпименько. Вот тебе, понял? Так, хватит. Нифига, Гора метает, да? Учитывая, что Гора раз в 10 тяжелее. Ну, она у меня вампирша, она может поднимать. Кого она поднимает? Горки? Горку? Гора от Данон. Че ты прыгаешь? Я пытаюсь понять, какие есть приемчики у нас. Смотри, как классно! Стой, смотри! Смотри, как я классно прыгаю! Master of Combat! Кто тебе сказал, что ты Master of Combat? Хо-хо! Чем это ты в меня? Заметь, он идет именно в наступление. Что? Давай, финиш химкой. Близко. Вниз, назад, вниз, назад. А. Нет. Я же была близко. Ты была не so close. Фу. Фу. Гадзига. Я думаю, что здесь, в принципе, можно закончить. Так неплохо повоевали сегодня. Тейсти, да? Биг Тейсти, мать его, чем сказала. Биг Тейсти, да, в Макдональдс. Все, ребята, я думаю, здесь мы закончим. Это был Mortal Kombat, что ты показываешь, 4. С Дашей и Брейном. Она показывает нам что-то. Она намекает на что-то. А, с Дашей и Брейном, да, точно. Если понравилось, друзья, не забывайте ставить палец вверх. Всего хорошего, пока-пока. До новых встреч, всем пока.